Привет! Сегодня на этом мастер-классе мы свяжем с вами вот такую симпатичную шапочку на манжете. Вот манжетик с очень интересным узором. Давайте поближе посмотрим этот узорчик. Вот так он смотрится. Вот такая шапочка симпатичная. Вязала я шапку на 52 размер, но она также подойдет и на 54 размер. Значит, общая длина шапочки у меня получилась 23 сантиметра. Манжет 7 сантиметров, и я его вязала резинкой 1 на 1. А для вязания этой шапочки я использовала вот такие круговые спицы номер 3,5. Длина этих спиц 40 сантиметров. Для вязания шапки я буду использовать вот такую пряжу. Это Alize Alpaca Royal. Значит, цвет этой пряжи, вот у меня номер 522, лот 516-380. Давайте посмотрим состав этой ниточки. Значит, в ее составе 55% акрила, 30% альпаки и 15% шерсти. И метраж этой ниточки, вот получается, в 100 граммах 250 метров. Вот такая ниточка, вот такого цвета. На ощупь она очень такая мягенькая, нежная и не колется. Вязала шапочку я по кругу. Сначала я провязала 7 сантиметров резинкой 1 на 1. Это у меня получилось 15 рядов. А потом я перешла и вязала основной узор. Значит, всего я провязала 4 раппорта узора в высоту. Это у меня получилось 40 рядов. А потом я начала закрывать макушку. Значит, макушка у меня состоит всего из 4 рядов. И закрывала я петли и провязывала по 2 петли вместе одной лицевой. А потом, когда я за 4 ряда закрыла петельки, у меня осталось всего 13 петель на спицах. И я эти петли просто стянула иголочкой. И вот у меня получилась вот такая симпатичная шапочка с вот таким узорчиком. Значит, раппорт этого узора у меня состоит из 17 петель и 10 рядов в высоту. Давайте сейчас я вам покажу схему этого узора. Вот схема этого узорчика. Это схема для кругового вязания, поэтому в ней приведены вот как четные, так и нечетные лицевые ряды. Раппорт этого узора состоит из 17 петель и 10 рядов в высоту. Этот узор очень легкий, несложный. Значит, а вот это вы можете посмотреть условное обозначение к этой схеме. Вяжется эта шапочка очень легко и быстро, поэтому вы ее свяжете с удовольствием за один вечер. Прежде чем приступать к вязанию, я должна посчитать плотность вязания. Для этого я связала вот такой образец. Значит, здесь у меня 2 раппорта, то есть всего у меня на спице 36 петель. И получилось в ширину 18 сантиметров. Поэтому у меня плотность вязания будет равна 36 петель поделить на 18 сантиметров. Это 2 петли в 1 сантиметре.
А теперь мне нужно определить, какое количество петель мне нужно набирать для этой шапочки. Как я это делала? Значит, сейчас я вам покажу этот расчет. Значит, получается, вот окружность моей головы это 52 сантиметра. Плотность вязания вот 36 петель поделить на 18 сантиметров, 2 петли в 1 сантиметре. Тогда количество набираемых петель это 52 сантиметра, умноженное на плотность вязания вот 2 петли, это 104 петли. Но мне нужно, чтобы было кратно 17, потому что у меня раппорт узора состоит из 17 петель. Тогда я от 104 петель отнимаю 2 петли, получается 102 петли. То есть оно кратно 17, то есть я, когда буду вязать шапочку, я повторю раппорт узора по кругу 6 раз. Итак, друзья, начнем вязать шапочку. Сейчас я на круговые спицы номер 3,5, длина этих спиц 40 сантиметров, наберу 102 петли, плюс 1 петля для замыкания в круг, то есть я набираю 103 петли обычным классическим способом. Итак, набираю петли. 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Вот я набрала 103 петли, и теперь я буду замыкать в круг. Но перед этим вы должны аккуратно вот здесь все выровнять, для того, чтобы ничего не перекручивалось. Итак, замыкаем круг. Значит, вот эту петельку с левой спицы я переснимаю на правую спицу. А потом последнюю петлю с правой спицы вот я набрасываю на эту петельку. Все, я замкнула в круг. То есть немножко ниточки вот так я подтягиваю. И дальше я беру и вешаю вот такой маркер. То есть я помечаю начало ряда. И дальше я начинаю вязать резинку 1 на 1, то есть я вот чередую, вот одна лицевая, потом одна изнаночная, потом лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я довязываю первый ряд. Теперь я буду вязать второй ряд резинкой 1 на 1. Тоже лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, продолжаю вязать резинкой 1 на 1 по кругу. Вот я провязала резинкой 1 на 1. Всего у меня получилось это 15 рядов. Если мы померяем сантиметров, то вот это вышло у меня 7 сантиметров. И теперь мы будем начинать и вязать узор шапочки. Значит, я начинаю вязать раппорт узора. Я делаю накид, потом я провязываю 3 лицевые. Потом следующие вот эти две петельки нужно провязать вместе одну лицевую с наклоном влево. И мне нужно развернуть стеночку вот этой петли. Итак, я эту пересняла, вот эту стеночку вот так развернула. И теперь я провязываю вот эти петельки вместе одной лицевой с наклоном влево, то есть за задние стеночки. Потом нужно провязать 9 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Потом я вяжу 3 изнаночных. Одна, потом у меня вторая, третья. Все, я провязала раппорт узора. Дальше нужно повторить еще 5 раз этот же раппорт узора. Теперь я вяжу второй ряд по схеме. Итак, лицевая, потом я делаю накид. Затем 3 лицевые. Следующие вот эти две петли нужно развернуть, потому что я их буду провязывать вместе одной лицевой с наклоном влево за задние стеночки. Потом я провязываю 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 3 изнаночных. 1, 2,
Третье. Все, раппорт я связала. Повторяю раппорт еще 5 раз. Третий ряд по схеме. Начинаю вязать раппорт. Итак, 2 лицевые, накид, потом 3 лицевые. Следующие вот эти 2 петельки нужно провязать вместе 1 лицевой с наклоном влево. Но я должна развернуть стеночки этих петель. Вот таким образом. И провязываю их вместе 1 лицевой. Дальше я вяжу 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Раппорт я закончила. Еще повторяем раппорт узора 5 раз. Четвертый ряд по схеме. Итак, вяжу раппорт 3 лицевые, делаю накид, потом еще 3 лицевые. Следующие вот эти 2 петельки я их разворачиваю и провязываю их вместе 1 лицевой с наклоном влево. Потом у меня 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, затем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Раппорт я закончила. Еще повторяем раппорт узора 5 раз. Пятый ряд по схеме. Вяжу раппорт 4 лицевые, затем накид 3 лицевые. Потом следующие вот эти 2 петельки разворачиваю. Вот так. И я их провязываю вместе 1 лицевой с наклоном влево. Потом мне нужно провязать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 3 изнаночных. 1, 2, 3. Раппорт я связала. Повторяем раппорт еще 5 раз. Шестой ряд. Итак, раппорт узора. Начинаю. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Потом 3 лицевые. 1, 2, 3. Следующие 2 петельки разворачиваю и провязываю их вместе лицевой с наклоном влево. Затем у меня 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Потом 3 изнаночных. 1, 2, 3. Раппорт связала. Повторяем раппорт 5 раз. Седьмой ряд. Вяжу раппорт 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Потом 3 лицевые. 1, 2, 3. Следующие 2 петельки разворачиваю и провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Затем у меня 3 лицевые. 1, 2, 3. И 3 изнаночных. 1, 2, 3. Все, раппорт я связала. Нужно еще повторить этот раппорт узора 5 раз. Восьмой ряд. Вяжем 7 лицевых. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем у меня накид. Потом 3 лицевые. Следующие вот эти 2 петельки разворачиваю. И провязываю их вместе лицевой, вот с наклоном влево. Дальше я должна провязать 2 лицевые. 1, 2, потом 3 изнаночных. 1, 2, 3. Все, раппорт я связала. Дальше повторяем самостоятельно раппорт узора еще 5 раз. Девятый ряд по схеме. Вяжу раппорт. Значит, сейчас нужно провязать 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид, потом 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем вот эти 2 петельки поворачиваю и провязываю их вместе лицевой с наклоном влево. Дальше у меня 1 лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3.
Третье. Раппорт я связала. Дальше повторяем самостоятельно раппорт узора 5 раз. Десятый ряд по схеме. Вяжу раппорт. Сейчас нужно провязать 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Потом накид, 3 лицевые. Следующие вот эти 2 петельки я их разворачиваю. Провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Потом 3 изнаночных. 1, 2, 3. Раппорт я связала. Повторяем раппорт узора еще 5 раз. Итак, я провязала вот 10 рядов в высоту. Это и есть раппорт узора. И дальше нужно этот узор повторять с первого ряда. То есть мы продолжаем вязать этим узором. И набираем высоту шапочки. Узорчик у меня получается вот такой. Вот. Интересный очень узор такой. Итак, вяжем самостоятельно этим узором. И затем встречаемся и будем закрывать макушку. Я провязала вот 4 раппорта узора в высоту, то есть это всего 40 рядов. Теперь мы будем убавлять петли и формировать макушку шапки. Для этого я буду провязывать по 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Итак, начинаю убавлять петли. Вот у меня 2 лицевые петельки, я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо за передние стеночки. Следующие вот эти 2 петельки тоже провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Следующую пару петель провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Опять вот 2 петельки провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Итак, я вяжу по 2 петли вместе одной лицевой первый ряд макушки. Вот я дошла до изнаночных петель. Эти петельки, вот я, получается, 2 петли разворачиваю. То есть я поворачиваю стеночки этих петель и провязываю их вместе одной лицевой. Потом вот изнаночную петлю я разворачиваю и потом провязываю вместе с лицевой петлей вместе одной лицевой петлей. Потом вот у меня лицевые петельки, я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. То есть лицевые петли я их не разворачиваю, а провязываю так, как вот они на меня смотрят, то есть при классическом вязании, с наклоном вправо, то есть за передние правые стеночки. А вот изнаночные петли я стеночки разворачиваю. И так продолжаю вязать по кругу. Вот получается, провязала первый ряд макушки, то есть я убавила петли в 2 раза. У меня было 102 петли. Так как я провязывала по 2 петли вместе одной лицевой, сейчас у меня на спице получилось уже 51 петля. Значит, второй ряд макушки я буду вязать просто лицевыми петлями. И вязать, вот для удобства, я сейчас перевожу эти петли на чулочные спицы. Итак, вяжу лицевые петли и распределяю все эти петли на чулочные спицы. То есть вот у меня сейчас первая спица, сюда я распределю 13 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, поправим спицу эту, 10, 11, 12, 13. Потом вот я вторую беру спицу, на нее тоже 13 петель, на третью спицу тоже 13 петель, а на четвертую спицу 12 петель. И вяжу петли лицевыми. Вот я перевела петли на чулочные спицы номер 3,5. И теперь я буду вязать третий ряд макушки. Значит, третий ряд я вяжу тоже, делаю убавочки, провязываю 2 петли вместе одной лицевой. То есть подряд вот. 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Следующие 2 лицевые тоже вот я провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Потом следующие вот 2 петельки провязываю 2 петли вместе лицевой за передние стеночки. Опять вот 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.
Вот 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Опять 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Так как у меня на первой спице было 13 петель, то есть как бы нечетное количество, вот эту 13 петельку я перенесу на другую спицу и продолжаю убавлять петельки. То есть провязываю вот 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. И так вяжу все петли на 4 спицах. Четвертый ряд макушки вяжу тоже и провязываю по 2 петли вместе одной лицевой. Вот 2 петли вместе лицевой. Следующие вот 2 петли вместе лицевой за передние стеночки. Опять вот 2 петли вместе лицевой за передние стеночки. Вот петелька у меня остается, я ее переношу на другую спицу и продолжаю вот так провязывать по 2 петли вместе одной лицевой за передние стеночки по кругу. Итак, четвертый ряд макушки я связала. У меня сейчас всего на спицах осталось 13 петель. И теперь эти петельки я буду переводить на иголочку и стягивать. Как это? Вот иголочку я уже вдела с ниточкой. И вот перевожу петли на иголочку. И вот петли с последней спицы. Все, потом беру вот так и стягиваю. То есть вот так макушечку я подстягиваю. И дальше я буду прятать ниточку внутри шапочки с изнаночной стороны. Все, вот так я подтягиваю и фиксирую эту ниточку вот здесь узелочком внутри. Итак, друзья, шапочка готова. Вот такой узорчик получился, резиночка. Вот получается вот такая у нас шапочка.